Я вітаю всіх телеглядачів та прихильників спорту. Сьогодні ми поговоримо про вид спорту, який вперше був презентований у 1874 місті в Англії, в графстві Глостершир. Назва маєтку, в якій була презентована нова спортивна дисципліна і стала назвою цього виду спорту – бадмінтон. Сьогодні у нас в гостях старший тренер МОКАДУ США, тренер юнацької збірної України, майстер спорту Олександр Кунін. Вітаю вас, Олександре. Здравствуйте, Сергій. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Олександр, ми з вами зустрічались останнього разу напередодні, у цій студії, звичайно, напередодні Олімпійських ігор, других юнацьких Олімпійських ігор, які відбулись в Нанкіні. Ваш вихованець Руслан Сарсикенов вибрав ліцензію і став учасником цих Олімпійських ігор. Як він виступив на цьому престижному спортивному форумі, ми зараз і побачимо. Вперше в історії миколаївського спорту вихованець школи бадмінтону Корабельного краю виборов олімпійську ліцензію. Шлях до Нанкіна став дуже серйозним випробуванням. І не завжди все вирішувала майстерність спортсмена. Якби не стабільна фінансова підтримка батька Руслана, про участь в Олімпійських іграх можна було лише мріяти. Папа проспонсировал Алекс Арсикенов, он проспонсировал практически 9 турниров выездных, на котором и добывались эти рейтинговые очки. На Олимпиаде все участники играли как в одиночной, так и в смешанных категориях. Турнир начался с групповой стадии. В особистом залику Руслан не входил до числа фаворитов. Тем не менее, всем своим титулованным соперникам он чинил серьезный опір. Первую игру играл с очень сильным вьетнамцем, проиграл ему в двух сетах, но сражался. На следующий день играл уже с индусом одиночку и проиграл тоже в двух партиях. В следующий день уже как бы в одиночке не решалось ничего, потому что он две игры проиграл. И все основные, я так понял, силы тренеры поставили на микс. У смешанном разряде волею слепого жереба напарницей Руслана стала японская спортсменка Яканея Магучі, яка очолює світовий юнацький рейтинг. Отже, надії на успішний виступ були дуже високими. Мікс почали грати проти сильної пари, проти індуса з Ботсваною. Виграли в дві партії. На наступний день мікс грав проти Єгипта з болгаркою. Там теж вийшло, вони побіділи. В наступний день проти Словена і Голландки, ну, з такою фамілією і іменем Аліда Чен, вони першу партію, сражаясь, програли 21-19 і 21-17. І, к сожалению, Словен з Голландкою вийшли в восьмерку. Отже, до Олімпійського п'єдесталу пошани залишалось зовсім небагато. Обідно то, що були в одному шагі від ігри за медаль. Попереду на миколаївського олімпійця Руслана Сарсикенова чекають нові знакові міжнародні турніри, і вже на найближчому з них, юнацькому чемпіонаті Європи, він буде серед головних претендентів на медалі. Сергій Разумяк, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Олександре, після цих юнацьких олімпійських ігор пройшов майже рік. За цей час вихованці миколаївського бадмінтону і багато успіхів здобули. А також, на жаль, і була дуже серйозна втрата. Пішов з життя один з найкращих тренерів України Сергій Косинчук. Але про Сергія Миколаївича ми поговоримо трошечки пізніше. Давайте зараз про найвищі успіхи наших бадмінтоністів. Ну, хочеться, звісно, відмітити команду майстерів. В первую очередь, потому что лицо как бы и города, и области составляют старшие ребята сегодня. Они уже четвертый год подряд стали бронзовыми призерами чемпионата Украины Суперлиги. Это такое достижение среди команд вообще игровых видов спорта, единственное в нашей области на сегодняшний день. То я додам, что это третья команда в Украине. Серед всех клубів країни, да, серед всіх областей країни. І так получилось, що на соревнования нам нужно ехать, як ви сказали, після трагічної втрати, буквально через два дні. І ребята поначалу були дуже не готові, і збирались ми буквально в останній день, але було прийнято рішення, що все-таки треба їхати, почтити пам'ять нашого тренера. І так получилось, що першу ігру ще виграти нам не вдалося.
И все решалось в закрутке с очень сильной командой «Метеора», которую вы знаете, это лидер советского бадминтона. И нам... Днепропетровская команда. Днепропетровская команда. А же глядачи наши не знают. Да. Это одна из сильнейших команд Украины, которая выигрывала Кубок Гельвеции, которая становилась призером Кубка Европейских чемпионов. И ребята, неодноразово, да. Неодноразово. Ребята собрались, и нам удалось победить. Притом очки решающие, я хочу, конечно, назвать всю команду. Это Виктория Гуща, Татьяна Потапенко, Анастасия Кучер, Руслан Сарсикенов, Владислав Иванов, Артем Сезоненко. В решающих играх они принесли очки, и нам удалось победить эту команду 4-3. В итоге мы в последнем туре обыграли одесситов в сухую 7-0 и по набранным очкам заняли третье место. Это что касается взрослых. Наряду с ними очень успешно смотрятся наши юниоры. Александр, але треба ж також додати, і як Юлія Казаринова. Про Юлю я немножко скажу позже. Это хочется конечный такой сделать зарисовку конечную. А сейчас хочется отметить наших пятерых юниоров, которые на чемпионате Украины в Виннице заняли весь пьедестал почета и как бы стали мастерами спорта Украины. Притом Рожкову Владимиру на день финалов исполнилось только 14 лет. То есть и он же мастер спорта. И он стал мастером спорта, одним из мастеров спорта, наверное, самый младший, кто выполнил это почетное звание. В Миколаївській області чи в Україні взагалі? Нет, в Украине были уже случаи, когда люди выполняли в 14 лет, но до 14 лет я не припомню варианта. Ну, серьезно достигнуть. Конечно, и хочется этих ребят, напомнить этих ребят. Ковалев Дмитрий, Масайла Валерия, Кутузова Анна, Лагода Дмитрий и Рожков Владимир, они в апреле месяце стали мастерами спорта Украины, став чемпионами Украины. Почему я хочу подчеркнуть? У нас очень ужесточилась классификация сейчас, и если раньше вы знаете, что и призеры могли становиться мастерами спорта по юниорам, то теперь с того года только чемпионы Украины могут стать мастерами спорта в нашем виде. Поэтому ребята добились такого весомого результата. Хочется наряду отметить и младших ребят, которые в Ришон-ле-Зионе, это там, где Руслан как раз олимпийскую лицензию получил, наряду с юниорским циркутом, ну, тем рейтинговым турниром, проводится еще детский турнир. Это в Израиле? В Израиле. И ребята буквально неделю назад вернулись с этого турнира. Это как раз год прошел, вы только что сказали, когда Руслан попал на Олимпиаду. Чем мы бачили сюжет? Да, то вернулись... Сей самый зал? Этот же самый зал. Вернулись младшие наши ребята, которые стали победителями этого турнира. Это дочка Сергея Николаевича Анастасия Косинчук. Это Михаил Вишневый, Ксения Сенатор. Виталий Сокол стали победителями этого престижного турнира. Так, який вік був гравців? Проводится по международной классификации U11, это до 11 лет, до 13 лет, до 15, и проводился циркут. В этот раз на циркут мы не поехали, потому что как бы очки не нужны были, а турнир очень дорогостоящий, но детские соревнования проводились на должном уровне, были и россияне, Кипр, Италия, Румыния, то есть более 7 стран были представлены. И наши младшие юнаки, как мы называем, младшие юноши, да, показали высокий результат. Олександр, вы кажете профессийным языком циркут, наши глядачі ж цього не розуміють. Ну, циркут – это круг. Не кожен день бадминтон показують по телебаченню. Циркуты – это юниорские турниры, имеют такое название. Это серия турниров, которые проводятся в разных странах, где можно набрать рейтинговые очки. Рейтинговые очки потом в итоге входят в европейский и в мировой рейтинг. Вот если брать, например, Руслана, его высшее достижение, он был шестым в европейском рейтинге, это очень высокий результат, и 16-м в мировом рейтинге. В своем виде. Конечно, в своей вековой категории, в той, которая дала право потом участвовать на юниорских этих чемпионатах. Хочется отметить, что в следующем году стартует чемпионат Европы
У-15, это до 15 лет, в городе Казань, Россия, где ребята наши сегодня, ну, как бы являются самыми претендентами, первыми на это достижение. Скажем так, лидерами вечернего бадминтона. Да, тот же Владимир Рожков, та же Дарья Пойда могут претендовать на попадание туда. Хочется отметить еще, в Киеве проходил турнир «Киевские каштаны», где наша воспитанница, девочка, это уже до 13 лет, стала абсолютной победительницей, выиграл, об этом писали газеты, выиграл 3 золотые медали и как бы доказав, что ближайшая смена, которая есть у нашей команды мастеров, ну, она очень достойна. И тут не отметить то, что я вам и говорил, хочется отметить Юлию Казаринову, которая должна была быть сегодня в студии, но сегодня она находится на сборах в городе Днепропетровске с национальной сборной страны, потому что она выбрала право участвовать на первых Олимпийских играх, которые состоятся в Баку. И у них сейчас идет учебно-тренировочный сбор. Александр, вибачаюсь, а що за ще одні Олімпійські ігри? Да, с этого, адже Олімпійські ігри дорослі є, юнацькі є. Это, а це за ігри? Это сейчас, с этого года. Наши телезрители, наверное, знают, особенно те, которые связаны с спортом. Можливо, в городе Баку остается уже меньше месяца до начала Олимпиады первых. Первых, это взрослые, это такие же Олимпийские игры, как проводятся раз в 4 года, которые следующие стартуют в Рио-де-Жанейро. Эти будут проводиться в Баку, но это только будет представлена Европа. Это первые. О, даже да, так, это же цікаво. Да, очень есть континентальные Олимпийские игры. И приятно отметить, что как вид спорта, не только николаевский бадминтон, а украинский бадминтон будет представлен во всех 5 категориях. Это впервые, когда у нас на Олимпиаду обычно попадали, чаще всего это и попадали одиночники. В парах было очень сложно пробиться. Вот Юлия Казаринова, она как раз в смешанной категории пробилась с Натаровым Геннадием Харьковчанином. Они были победители в том году ради серии крупных турниров, челленджеров. Это уже, если детские это циркуты проводятся, то взрослые проводятся серии International, Challenger, Gold турниры с большим уже и фондом призовым. И она становилась победительницей в Бахрейне, в Израиле этих турниров, второй была в Голландии, где также по сумме очков они в рейтинге на май месяц они попали на эти Олимпийские игры. Треба також нагадати, що Юлія Казаріна стала першою в історії миколаївського бадмінтону майстром спорту міжнародного класу. Це також дуже досягнення, серйозне. Я думаю, що не останній. І вона була на чемпіонаті світу в складі збірної України, також це було вперше. Адже до цього наші спортсмени в дорослій збірній не грали на чемпіонатах світу, миколаївці саме. Ну, дуже приємно, і ми бажаємо Юлії, щоб вона зуміла у складі збірної України потрапити до призової трійки. Мабуть, це буде складно, але все ж таки, можливо, щось відбудеться. Это спорт, все возможно. Так. Як підготуються, так і буде. Олександре, ви зараз сказали про досягнення, і всі ці досягнення були б неможливі, якщо б колись дитячим бадмінтоном не зайнявся, не став займатися наставник з великої літери Сергій Косінчук. Він заснував дитячу юнацьку школу, сучасну дитячу юнацьку школу в нашому місті. Він зумів підготовити перших чемпіонів України. Ви також були його вихованцем. На жаль, Сергій Миколаївич нещодавно пішов з життя. І він також, звичайно, зумів зробити Миколаїв одним з головних центрів бадмінтону в Україні. В першу чергу, завдяки юнацькому спорту, завдяки саме Сергію Миколаївичу, у нас проводилось багато і проводиться багато чемпіонатів України серед юнаків. І зараз ми побачимо сюжет про один таких чемпіонатів, який також був заснований, проводився завдяки Сергію Миколаївичу Косінчуку. Участь у цих змаганнях беруть 25 команд з 7 регіонів нашої країни. Спостерігати за грою спортсменів 9-11 років було дуже цікаво, адже вони демонстрували непогану майстерність. Ребята показують достатньо хороший бадмінтон уже.
Нельзя сказать, что все в целом, но основные команды, которые борются за призовые места. Фаворити змагань, головні з яких були саме господарі турніру, групову стадію пройшли на одному диханні. Наші юнаки та дівчата за сухим рахунком декласували всіх суперників і увійшли до квартету найкращих. У півфінальних матчах, які миколаївцям протистояли одесити, також сюрпризів не відбулось, адже перевага корабелів була дуже відчутною. На шляху до золота нашим дівчатам залишилось подолати збірну Донецької області. Юнаків вже чекав двобій з командою Харківської області. Наставники миколаївських спортсменів, як і самі маленькі гравці, налаштовувались тільки на перемогу. Плани на фінали у нас дуже грандіозні, великі. Ну, победить сильніше, будемо дивитися, як це буде виглядати. Наверно, у мальчиків буде трохи сильніша боротьба, ніж у дівчаток. Які плани на фінал? Соперники будуть із Харкова. Будемо сподіватися, що ми виграємо їх. Раніше грали з ними в таких соревнованиях? Да, грали. Як взагалі команда настроєна вся? Моя команда настроєна побідити і щоб у Донецька не було ніяких шансів. Але спочатку були поєдинки за бронзу, які зійшлись перша та друга команда Одещини. Обидва, як юнацькі, так і дівочі матчі, завершили з перемогою першої одеської дружини. Ти як виступив? Одну виграв, одну проіграв, одну більшість виграв. Молодець, ми тебе з цим поздравляємо. Фінальні ігри черговий раз довели, що у цій віковій категорії миколаївці не мають собі рівних. І юнаки, і дівчата здобули чергові перемоги і заслужено завоювали титул чемпіонів країни. Почесний гость чемпіонату, президент Федерації бадмінтону України Віктор Швачко, підсумком змагань залишився задоволеним. Також він відзначив роботу миколаївських тренерів, які продовжують виховувати справжніх майстрів ракетки. Я хочу, конечно, отметить плодотворную работу и Александра Сергеевича Кунина, и Сергея Николаевича Косинчука, воспитанники которых все больше и больше становятся чемпионами, призерами чемпионата Украины и, естественно, пополняют ряды национальной сборной команды. Сергей Разумяк, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Олександр, що ми побачили сюжет про юнацький чемпіонат. І, звичайно, Віктор Михайлович Вачко, президент Федерації України бадмінтона, він також згадав Сергія Миколаївича Костянчука. Але це було ще тоді, коли Сергій Миколаївич ще працював і виховував серйозних бадмінтоністів. Зараз, на жаль, його нема з нами. Що ви скажете про цю людину, про наставника з великої літери? В начале апреля мы потеряли отца Николаевского бадминтона, основателя современного, можно сказать, олимпийского вида, который подготовил более 20 мастеров спорта Украины, также мастера спорта международного класса Юлию Казаринову. И, конечно, оставил после себя плеяду еще очень талантливых спортсменов. Что можно сказать? Боль этой утраты, это очень тяжело, и мы до сих пор еще не отошли от этого, мы поверить не можем. Но жизнь продолжается, и дело Сергея Николаевича нужно продолжать. Остались его ученики, талантливые молодые ребята, которые, может, некоторые из них тоже станут тренерами и будут учить следующее поколение всему тому, чему учил Сергей Николаевич, потому что он был не только тренер по бадминтону, он был всесторонне развитый, добрый, отзывчивый человек, который помогал во всем, во всех бытовых, независимо какие проблемы не были, он помогал во всех. Конкретно, вот если взять меня, то я только благодаря ему, потому что вы знаете, что я харьковчанин, и в 16 лет я переехал с Харькова в Николаев, только благодаря Сергею Николаевичу. Мы будем помнить его, продолжать дело. Осталась Светлана Юрьевна Косинчук. Его девочки, конечно, без отца. Это большая утрата. Но молодой тренер Юлия Казаринова, я и следующие ребята, которые у нас, много ребят учатся сейчас в Институте кораблестроения на
кафедре олимпийского спорта, которую возглавляет Александр Сергеевич Яцунский. И я думаю, что из них тоже выйдут хорошие тренеры, которые будут продолжать дело нашего, как говорится, отца бадминтона. Я думаю, что в будущем вы започаткуете турнир памяти Сергея Миколаевича. И он будет, как я гадаю, не только традиционным, а также международным. Адже его знали у всей Европе. Его знали во всей Европе. И раньше, я более того скажу, этот турнир у нас проводился. Назывался он «Николаевская весна», куда приезжали не только из всей Украины ребята, но и россияне в первую очередь, болгары, белорусы, поляки, и еще много представителей европейских бадминтонных школ посещали наши соревнования. Поэтому проводился он всегда, ну как бы это ни звучало, весной. И я думаю, со следующей весны мы должны обязательно традицию продолжить и вернуть этот турнир. Почему он как бы немножко, мы его перестали проводить? Потому что очень много стало чемпионатов страны. У нас сейчас проводится по детям 10 чемпионатов страны. Плюс зарубежные выезды. Просто некуда было этот, ну, наш турнир поставить в этот график плотный. И особенно у нас соревнования чаще всего проводятся весной. Ну, как это не символично звучало, я думаю, что на следующую весну мы обязательно этот турнир вернем и сделаем памяти Сергея Николаевича и будем продолжать. Это будет детский турнир, как он в свое время делал для детей наших, ну и всего ближайшего зарубежья, и наших друзей в разных странах. Це буде дійсно. Це треба робити. Олександре, останнім роками Миколаїв став одним з головних центрів бадмінтону в Україні. Ну, цікаво, які секції існують у самому нашому місті і хто займається підготовкою спортсменів, майбутніх чемпіонів. Ми це бачимо, що всі, майже всі ваші вихованці, вони виборюють нагороди на престижних турнірах і вітчизняних, і міжнародних. Ну, прежде всего, это центр сейчас на Намыве, Николаевская областная комплексная детско-юношеская коммунальная школа, где работают тренеры, именно начиная с самых начальных групп и заканчивая группами мастеров. Там же функционирует отделение ШВСМ, которое возглавлял Сергей Николаевич, ну, в котором наши мастера ведущие находятся, и плюс к ним в школе занимается более 70 детей, только в школе занимается. Это без учета группы, это уже те ребята, которые имеют разряды. Комплекс находится на улице Лазурная, 18В, возглавляет школу Владимир Васильевич Читаренко, директор нашей школы. И 4 тренера на сегодня работают в этой школе с разными группами. Мы всех ждем с понедельника по пятницу, с 3 часов начинаются тренировки каждый день, с 15 до 20.00 практически у нас идут занятия с разными группами. Дети 6-7 лет, 8-10, иногда тоже бывает так, что и, ну, не попали в 6-7 лет к нам в школу, ну, приходят ребята 80 лет и добиваются к 14 годам не хуже результатов, чем те, которые пришли в 6-7 лет. Хочется отметить, что у нас функционирует очень хорошая ветеранская школа. На проспекте Ленина, в зале Николаевского университета кораблестроения, вот уже более 40 лет занимаются ветераны, которые Сергей Анатольевич Разумяк уже более 40 лет там играет, мастер спорта СССР. И много отметить очень хороших ребят, хорошая атмосфера, коллектив. И там тренировки тоже проходят 3 раза в неделю, и все желающие могут хотя бы прийти посмотреть. Также начал функционировать сейчас центр, это на проспекте Героев Сталинграда, тоже в здании Николаевского университета кораблестроения в спортивном комплексе, это ФОК в Соляных. Там проводит тренировки Владимир Иванович Середа с ветеранами, он проводит с начинающими, и все желающие нашего вида могут как бы прийти и попробовать себя в нашем прекрасном виде спорта. Нам дуже приємно, що іноді ви берете найкращих своїх вихованців і приходите до нас до ветеранів, і
И мы играем, и якось цікаво и вам, мабуть, и нам. Это очень правильно. Я почему привожу? Потому что детям очень сложно объяснить, с каким настроением нужно играть. Когда приходишь к ветеранам и показываешь, что люди пришли после работы, уставшие, у них есть семьи, есть проблемы сегодня, все знают, какие в нашей стране. И люди забывают это все с ракеткой и валаном, и дети просто стоят, они не умеют технически, может, половину делать то, что умеют дети. Но желание, как иногда, превосходит класс даже. То с таким желанием, с которым играют наши ветераны, то вот этого дорогого стоит, чтобы привить это нашим спортсменам. Что первое должно быть желание. Без желания не будет ничего. Також треба додати, Олександр, наостанок, що і ректор НУК Сергій Сергійович Ришков також дуже професійно грає в бадмінтон, він майстер спорту України, і ми дякуємо за те, що він нам допомагає. Час нашого ефіру, на жаль, добігає завершення. Сьогодні ми поговорили про красивий олімпійський вид спорту – бадмінтон. У нас в гостях був старший тренер МОК КДУ США, тренер юнацької збірної України, майстер спорту Олександр Кунін. Дякую, Олександр, за участь в нашій програмі. Також дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що ви нам довіряєте. Разом вболіваємо за миколаївських українських спортсменів і разом бажаємо їм перемог, як і бажаємо перемоги нашій країні. І до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу «Миколаїв». We'll be right back.